Итак, я продолжаю знакомить вас со своей коллекцией декоративной косметики, и сегодня мне бы хотелось вам показать несколько наборов. Часть из них является, в принципе, дорожными наборами, такие универсальные, это даже не палетки, это универсальные наборы нескольких продуктов в одном, которые можно использовать, которые очень удобно брать с собой в поездке, потому что вы в одной коробочке имеете несколько продуктов, и, в принципе, зачастую одной коробочки плюс туши и помады вам достаточно для того, чтобы сделать полный макияж. Так, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас еще очень-очень много интересного. Первое средство, о котором бы мне хотелось рассказать, это такой вот набор от марки Guerlain. Он называется «Метеориты My Palette». Пудра, румяна и хайлайтер в одном. Вот так данная палетка выглядит внутри. Здесь у нас есть зеркальце, здесь у нас есть кисточка Guerlain и, соответственно, три продукта. В центре у нас большая пудра Guerlain, состоящая из различных цветов. Это такие вот румяна, очень приятные, с небольшим шиммером. И это хайлайтер от Guerlain, тоже очень-очень приятный. Сейчас покажу сводчи. Вот так вот выглядят сводчи хайлайтера и румян. Румяна такие розовенькие, достаточно холодные. И хайлайтер тоже холодный, вот такой вот серебристый. Сама коробочка такая вот очень удобная, с молнией. Как я уже сказала, в принципе, набор очень-очень неплохой. Вам достаточно туши и какой-то помады или блеска для губ, для того, чтобы, в принципе, сделать практически любой макияж. Следующий продукт, о котором хотелось бы рассказать, это вот такая вот палетка от Smashbox. Это также универсальная палетка. Это контур палет, в которую входит контур, бронзатор и хайлайтер. Данная палетка тоже достаточно удобная и достаточно универсальная. Ее, в принципе, можно использовать и дома, и отлично она работает в поездках, потому что она тоненькая. Все три цвета очень классные. Соответственно, вот у нас вот это вот контур, бронзатор и хайлайтер. Я сделала отдельное видео, если кто не видел, или если кому-то интересно про данную палетку узнать поподробнее, пожалуйста, смотрите, ссылочку я обязательно оставлю. В комплекте с данной палеткой идет кисточка, что тоже очень-очень удобно. Кисточка относительно небольшого размера, ее также удобно брать с собой в поездки. И вот данная палетка очень часто со мной ездит в поездки и выручает меня, когда мне нужно сделать макияж на бегу. Еще одна универсальная палетка, но в данном случае уже с кремовыми текстурами. Это палетка от марки Make Up For Ever. Тоже палетка для скульптурирования. Только, как я уже сказала, если от марки Smashbox у нас все три продукта были пудровые, то здесь у нас четыре продукта, и все они кремовые. Это хайлайтер, контур, шиммер и color, он же blush. Его можно использовать и как румяна, и как тень для губ, и, в принципе, как тени для век кремовые. Палетка тоже, на мой взгляд, очень-очень универсальная, особенно если вы любите кремовые текстуры, то я очень рекомендую вам обратить на нее внимание. На данную палетку я тоже делала отдельное видео, если будет интересно, ссылочка вверху. Еще один такой вот дорожный набор от марки Guerlain, который я нашла в Duty Free, который мне очень понравился. Он вот в такой вот сумочке Guerlain. Здесь у нас отдельно идет кисточка, вот такая вот, и маленький вот такой вот спонжик. А внутри находится вот такая вот косметичка от Guerlain. Такая вот достаточно увесистая. Это палетка Terracotta Bayader. Вот что находится внутри палетки. Палетка также с пудровыми продуктами по уходу за лицом. Здесь у нас находятся две бронзирующие пудры. Одна вот такая вот посветлее и одна вот такая вот потемнее. Находится хайлайтер и находится румяна. С помощью той кисточки, которую вы видели, достаточно удобно данные продукты наносить. Также, в принципе, палетка достаточно универсальная. И если вы любите вот пудровые продукты, и марка Guerlain вам предлагает вот такую вот палетку. Честно могу сказать, не очень часто ей пользовалась. Но, на мой взгляд, палетка заслуживает внимания. Палетка очень-очень интересная. Вот они, 4 сводча. На все продукты, то есть расположены также. Первая бронзирующая пудра, хайлайтер. Здесь вы видите, он такой более теплый, чем в предыдущей палетке был от марки Guerlain. Более темная пудра, менее шиммерная. И вот такие вот румяна, они опять же более теплые. То есть если та палетка была у нас холодная, то эта палетка теплая и подойдет девушкам с более оливковой кожей лица. Также и хайлайтер, и румяна из данной палетки можно прекрасно использовать как тени для век.
Они будут очень хорошо растушевываться, и с их помощью вы тоже сможете сделать достаточно неплохой макияж классический. И последний набор, это уже такой полноценный дорожный набор, такая достаточно увесистая косметичка, набор, вернее, палетка от марки Givenchy. Как я уже сказала, данный набор действительно самый увесистый из всех, но здесь полностью вот в этих вот четырех кружочках, четырех отсеках есть полностью все-все-все продукты для того, чтобы сделать макияж. Мы открываем на верхнем уровне, в самом первом отсеке мы видим зеркальце, достаточно большое, удобное, мы видим пудру для лица от марки Givenchy. Мы видим нежно-нежно розовые румяна, такие теплые от марки Givenchy. И также мы видим вот такую вот небольшую кисточку для нанесения данных продуктов. Ну, возможно, кисточка будет не очень удобная, потому что она все-таки очень-очень маленькая. А так сами продукты очень-очень приятные и достаточно универсальные. Во втором отсеке мы видим 7 вот таких вот оттенков теней для глаз от марки Givenchy. Маленькие такие вот спонжики для нанесения. Ну, честно говоря, они такие совсем миниатюрные, совсем для гномиков. Думаю, что вот непосредственно все-таки кисточками и спонжиками пользоваться будет не очень удобно. А сами продукты очень-очень неплохие, несмотря на то, что они вот в таком вот небольшом объеме, но очень неплохие цвета. Соответственно, 3 получаются более шиммерные и 4 такие сатиновые. Они, конечно, тоже будут немножечко блестящие, но не с таким ярко выраженным шиммером. В принципе, мне очень нравится, как подобраны цвета, потому что можно сделать как классический, очень такой нейтральный макияж, так и достаточно агрессивный, яркий для какого-то вечернего мероприятия, для вечеринки. И в последнем отсеке у нас находится тушь для ресниц от марки Givenchy. Вот такая вот малышка. Блеск для губ и темный карандаш. Несмотря на то, что все 3 продукта в таком мини-формате, я думаю, что хватит их на самом деле достаточно надолго. Вот мой личный опыт показывает, что даже подобных мини-продуктов хватает очень и очень надолго. И вот в данном случае вот она тушь. Вот такой вот блеск, он очень будет хорошо смотреться с румянами. Он в одной комбинации розовый, но розовый не холодный, а розовый с таким вот легким золотистым шиммером, с теплым подтоном. И, соответственно, как я уже сказала, карандаш для глаз Каял от марки Givenchy, которым вы сможете нарисовать стрелочку, либо сделать такой аккуратный смоки айс, если вы его растушуете правильно. То есть вот данная палетка от Givenchy, вот они наши 3 отсека, 3 зоны. Все это вместе закрывается вот таким вот аккуратным замочком, чтобы ваша палетка не рассыпалась и не сломалась в поездке. На мой взгляд, данная палетка является наиболее универсальной с точки зрения того, что здесь вот полностью есть все продукты для того, чтобы сделать макияж. Макияж можно делать достаточно разнообразный, и, в принципе, вот взяв с собой в поездку только вот эту вот палетку, несмотря на всю ее увесистость, вы будете иметь под рукой все средства, необходимые для создания универсального макияжа. Я очень надеюсь, что данная информация будет для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте, пожалуйста, комментарии внизу. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь подписчиком моего канала. Впереди у нас еще очень много интересных видео, и я с удовольствием буду продолжать вас знакомить с содержимым моего волшебного бьюти-кейса. Спасибо большое, что остаетесь со мной, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!